К тому же мне пришлось заняться делами корпорации. Томас, Томас, ты знал, что я была готова поддержать тебя. Мы были парой. Я была рядом. Я предложила тебе свою помощь. Все было именно так. Да, но я тогда хотел покончить со всем. Я не только собирался оставить тебя. Я не мог. Не мог. Есть вещи, о которых ты не знаешь. Чего я не знаю? Чего? Я собирался покончить с собой. Покончить. Серьезно? Да. Это было такое напряжение. Я причинил зло многим людям. И в особенности тебе. Но я тебе клянусь. Клянусь. Я не хотел этого, Морено. Не хотел, поверь мне. Ваша карточка. Фильм озвучен Телекам. Я тебе заплатил. Альдо Сиренио обещал заплатить мой долг. По-твоему, я дурак? Ты думал, что через 25 лет я забуду? Эти 25 лет я провел в тюрьме. Мне плевать, где ты был. Я хочу, чтобы ты со мной расплатился. Карточные долги святы. Ты мне заплатишь, так или иначе. У тебя есть деньги? Да, тогда плати. Подожди, послушай, дай мне время. У тебя нет времени, говори тише. Ребята, выведите его. Я тебе заплатил, заплатил. Сеньоры, все в порядке, продолжаем игру, прошу вас. Что такое? Что случилось? Что случилось? Не стой как дура. Позвони доктору Родригесу. Нет, Лутио. Ты убил его ничтожество. Заткнись, дура. Клянусь, ты своего не добьешься. Извини, что ему нужно? Зачем ты пришел, Яго? Я принес тебе карточку. Ты? Да, а что, нельзя? Что происходит? Томас, секунду, я все улажу. Нет, подожди, куда ты идешь? Томас, пожалуйста, не создавай мне проблем. Я создаю проблемы. Яго, хватит, хватит. Томас, сядь на место. Сядь. Он слушается. Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Я принес карточку. Зачем ты пришел? Принес карточку, Морено. Хочешь испортить мне вечер? Я хочу отдать тебе карточку. Какое чудо. Ты ревнуешь? Я не ревную. Ревнуешь, и я была права? Я не ревную, я тебя защищаю. От кого защищаешь? От придурков. Он не придурок. Придурок. Он не придурок. Приглядись, он придурок. Неправда. Хорошо, извините, хватит, довольно. Томас, пожалуйста, посиди. Нет, подожди, мы разговаривали. Пожалуйста, я все улажу. Я сам все улажу. Нет, Томас, посиди. Вернись за столик. Почему ты ее тащишь? Перестаньте, хватит. Почему ты ее тащишь? Мы можем поговорить? Мне не терпится решить проблему, которая возникла сегодня днем. Отличная идея. Честно говоря, не самое подходящее место. Это ресторан. Я не люблю быть посмешищем. Неподходящее место. Ресторан, посмешище. Тебе неудобно, да? Да. Немного неудобно. Мне кажется, тебе тоже должно быть неудобно. Почему? Кем ты себя вообразил? Мартышкой? Морено! Сеньора сказала, что вы можете ужинать. Она уехала домой и просила передать, чтобы вы ее не искали. Вот видишь? Дурак. Это ты виноват, ты виноват. Видишь, чего ты добился? Еще что-то закажете? Нет, нет, я не буду есть. Я ухожу. Прежде чем вы уйдете, я оставлю вам счет. Счет? Да, счет. Сеньоры ушли, кто-то должен расплатиться. Можете не спешить, я подожду. Ah!
Очень жаль, сеньора. Он умер. Мне очень жаль. Лусио. Лусио. Не понимаю, почему это случилось. С его болезнью он мог прожить еще некоторое время. Видимо, он получил какое-то известие, и сердце не выдержало. Сеньора, Лусио был чем-то расстроен? Почему он умер? Ладно, во избежание лишних проблем я сам составлю свидетельство о смерти. Это займет несколько минут и избавит вас от хлопот. Луси умер. Элена, ты не проводишь сеньора? Я не в состоянии. Да, конечно. Что случилось с дядей Лусио? Дядя Лусио больше не будет с нами. Мы хотели устроить праздник. Пойдем, Матео. Придется сменить обстановку. Она слишком праздничная для такого момента. Мои искренние соболезнования, Мелина. Тебе придется переодеться. На похоронах ты будешь играть вдову, которая не успела выйти замуж. Нет? Похороны будут здесь? Да, в традициях семьи проводить похороны дома. Я никогда не проигрываю, Мелина. Ты ошиблась, сбросив мне вызов. Я не проигрываю. Мне пора закрывать. Всего хорошего, удачи, до завтра, спасибо. Матильда, открой. Роберто, что случилось? Матильда. Роберто, успокойся, садись. Что случилось? Я тебе помогу. Не волнуйся. Пойдем в комнату, я обработаю раны. Пойдем. Меня чуть не убили. Рейноса. Сколько раз я тебе говорила? Я говорила, чтобы ты не играл, Роберто. Я уже потеряла мужа. Мне бы не хотелось, чтобы ты тоже так кончил. Пойдем, я тебе помогу. Пойдем. Как больно. Осторожно. Вот так. Зачем ты туда ходил, Роберто? Пойдем в комнату. Простите, сеньор, мы закрываемся. Будьте любезны, давайте рассчитаемся. Рассчитаться? Да. Заплатить по счету? Да. Одна проблема. Я
Оставил немного денег на автобус. Здесь несколько монет. Этого не хватит? А этого? Да, конечно. Мы принимаем карточки. Вы позволите? Спасибо. Морено Гаярдо. Хосе, что случилось? Странный тип. Он дал мне карточку на женское имя. На транссексуала не похож. По-моему, он украл карточку. Конечно, украл. Что же делать? Как обычно, вызовем полицию.